Добрейшего утра, точка, с вами три точки. Как вы сейчас фигню сказал? Ну, ничего страшного. У нас следующая миссия. Что, охренел, что ли? Ты там попугай себя завел, так что не удивляйся. Так, на Б. А, хорошо. Продолжаем проходить кампанию за танки. Мы сейчас как на танках катаемся. Ну, это интересно. Необычно. Да блин, попугай, заткнись. Понятно. Ладно, все. Немножечко подразнили капитана. 15 секли, вы издеваетесь, я где-то раз в 6 выстрелил. А, я сам последний еду, блин. Уже почти. Чуть-чуть. Кто здесь прячется? Ух ты, это вынес. Разворачиваемся. Вот так. Я так понимаю, там у них вообще не танки, а обычные пушки стоят. Конечно, я танк тоже видел. Потому что пушка. А, да, танки. У них танки тоже есть. И куча пехоты. Просто дохрена их. А вы откуда вообще взялись? Ну ладно. И вас тоже вынесем. Дай им пехоту. Вау! Что случилось? Что-то плохое, мне это не нравится. Па! Давай, поворачивай. Не в ту сторону. Вот так. Да. Да что вы там застряли, пацаны? Что с такой интересной там? Что? Фигня? Чего они здесь стали вообще? Понимаю. А, ну вот. Можно дальше играть. Спасибо, ребят. Вы такие замечательные, конечно. Это просто союзники союзников. Стоят возле ящика, пока я уничтожу. Они просто очень вежливые. Все уничтожаем, все. Вот так. Все уничтожаем, ребят. Ничего не выжит. Фига себе, он дрифтует как. А теперь главное залезть на гору. Ребята, вы со мной? Конечно, со мной. Как их объехать здесь? Здесь должен вообще быть въезд, да? Должен быть? Да, вот, отлично. Здорово! Здорово, пацаны! Просто подавили. Стоп. Я хочу убить его с такого расстояния. Да! Отлично. Есть! Нифига себе, какой он меткий! Этот танк очень опасный. За труба. Так. Ну, сейчас мы их объезжаем. Эй, ребята! С этим все. Так. Сейчас мы его объедем немного. Привет! Ой, блин, врезался. Так, а последний остался, да? Эй, ребят, вы чего там забыли его, что ли? Они его просто проигнорировали. Молодцы, ребят. Конечно, настолько быть точным. Не представляю, как можно. А, ну вот.
Кто остался? Кто? А, вот они прячутся, смотри. Охренели, блин, что ли? Живой? Ну, теперь он либо уже нет. Ну, нифига себе, мастер, блин. А, кстати, у меня что-то такая фигня была. Зачем это нужно? Я не знаю. А, ну ладно, следующее здание. Думаю, следующее здание будет связано с танками. Тунис. Нет? 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. Ого, вот это нас кинули. Ладно. Насколько я помню, это не последняя миссия, вроде бы это последняя миссия. Там еще будет одна миссия, и начнется моя любимая кампания. Сначала у нас будет кампания в Нормандии. Самая моя любимая высадка, она будет просто шикарной. Зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Высадка Нормандии, это первая кампания за Америку. Моя самая любимая, так что как раз будем проходить тут с удовольствием. А потом у нас еще, кстати, будет тоже хорошая компания. Вообще-то мы просто самое классное, что это выяснилось в игре. Это первая... Блин! А, это вторая миссия за Россию, там, где мы... У нас наступает куча немцев, просто из него убегает, мы убиваем, она очень отличная. За Британию. За Британию, что у нас... На самом деле, не помню, что это лично было. За танки не очень-то интересно играть. На самом деле, все, что я помню, там, где мы просто ездили на какой-то фигне, потом приехали. Ну, короче, там, первом месте Британии, в него потихоньку всех носили, красиво очень было. Ну, а так, в принципе, ничего эпичного здесь и нет. Ну, это вместе тоже так нормально, но она скучноватая. Нас маловато сидит в одном здании. Вот, блин. Ну, я так и понял, нас уже решили штурмовать просто. Мы вдвоем остались. Просто прорываемся. Эй, а ты откуда взялся? Ты же умер. А. Так, хорошо, как выпрыгнули справа. Сюда. Так, идем. Воу-воу-воу, пацаны, как хорошо, так хорошо, так быстренько. Так, немного, не очень аппетитно взрывается граната. Что мне с этим делать надо? А, мы захватим сейчас это, да? Хорошая идея, пацаны. Воу, молодцы. О, теперь с пулеметом. А, я могу еще так стрелять, ну окей. Вот это уже... Нет, все-таки да. За Британию это как раз есть эпичная миссия, я ее помню. Она сложноватая, даже у нас здесь есть перегрев. Давай, хватит юморить, пацаны.
Так, главное не приборщить. Главное дать... Да что ж не уничтожается тут весь? Главное, чтобы оружие не перегрелось. Нам останется вообще беззащитным. Сейчас идем на помощь нашим пацанам. Конечно, такого не ждали, что мы их обойдем, захватив их не преимущество. Ну, вот так получилось, ребят. Давайте еще раз помним. А, это свой, надеюсь, да? Ты начал стрелять, даже не понимаю, это вообще свой или нет. Да, танк вообще даже ничего не делал. А здесь мы уже были. Ребят, здорово! Здорово, раз заехались-то. Мы, блин, по одной и той же территории постоянно отгоняем и гоняем. Его что, бежим? И здесь мы тоже были. А, это чуваки с базуками, вот что это такое. Это очень похоже на тир. Ну? А, это свои? Нет, свои, да. Я тебе знаю, кто вообще такой просто по ним стреляет. Самолет свой. Вообще мы гоняем. Не знаю вообще куда. Чего я думал за свой? Он по мне. А, ну потому что мы слышим какие-то эти немцы. Ну, есть. Главное смотреть на все крыши, возможно, здесь прячется один такой пацаненок с опасной с базукой, и ты на него не подстроиться. Вот это мы их вырезали, конечно, даже не по-честному. Здорово, пацаны! Нифига себе, блин! На! Нет, 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 нет. Ну, в принципе, нормально. Думаю, мы нормально выживаем. Главное, чтобы не было пацанов с базуками. Ай, блин, только про вас помню. Вы охренели совсем. Вы что, купить меня можете? Задумано? Ну и миссия у нас продолжается, да. Походу это все-таки последняя миссия. Зачем они выпрыгнули из машины, я так и не понял. Мы просто пришли типа... Рэмбо! Блин. Так, короче, делаем так, как нас учили в первой кампании. Работает. А, обманул. Лови гранату. Я их просто обманул, мне вообще не вед. Так, залезаем. Такое спокойное лицо, что я не знаю, что мне вообще сказать. Это вау. Нет, это что-то интересно, как-то я слишком пошел быстро, ребят. Давайте пойдем вместе. Как-то я побежал, так. Ну чего там? Пойдем, пойдем, ребят, пойдем. А, это просто была оборонить как система, да? Ну, ребят, зачем вы прячетесь? Здесь никого нет, смотрите. Здесь никого нет.
здесь вообще никого нет. Чего? Так, ну ладно. Значит, мы продвигаемся вперед. Они нас прикрывают сзади. Вперед, последний грузовик. Рюкзовик, хотел сказать, что. Вот, на этом, кстати, это, знаете, это смешание. Ладно, все. Не хочу ничего просто рассказывать, это не очень интересно. Пойдем. Давай, залезай, залезай, залезай. Давай, 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 давай. Куда вы? Что это было вообще? Так, и походу я еще не закончил, да? Контрнаступление. А, ну как раз это, скорее всего, будет, да, последняя миссия. Слыхали, что Борман отослали домой. Повезло ему, ничего не скажешь. Счастливчик потерял ногу. Ну, а тут выберется эти чертовы пустыни. Им так спокойно кто-то что-то рассказывает, но почему-то все уже замолчали. И думаю сейчас, как в традициях, да, что-то взорвалось, как обычно. Так, ребята, сюда. Блин, да нет, прям на гранату забежал, вот я дурачок, прям на гранату. Опа, нет, 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 нет. Это уже было заблокировано. Так, ребята, обхожу. Умер. Так, так, так. Хорошо пошло. Я их просто обхожу сейчас. Так. Там у них еще есть пациент, надо сидеть вот так. Нигде нет покоя. Да и здесь тоже, блин! Блин! Черт! Да как их там так много было вообще повсюду? Да ладно, ребят, это несправедливо. Блин, нам один выстрел нужен всего лишь. Работал, надеюсь. Это, конечно, не очень сработало, но ладно, один остался. Все. Ну, теперь уже буду более сознательно, чем когда я когда прыгал туда вообще. Блин, а, блин, а, блин, а, блин, а, блин, а. Черт. Черт. Прошел. Да. Черт возьми. Опять эти гранаты. А, понятно, что это такое. Ребят, то, что у нас в тылу здесь пацаны выбежали вообще, да, все равно им. Обойти можно их? Иди в жопу. Валяюсь там. Ладно. А, придется их выносить, значит, по одному. Дыма больше нет. Это, кстати, будет сложновато. Блин, сколько грант закидает просто. Там, короче, пулеметчик засели. Вообще, кого там только нет.
Так, надо, значит, делать так. Просто массовые взрывы. Вперед! 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 А, я, получается, всех взорвал, да? Так, ребята, что делаем дальше? А, ясно. Вообще-то я должен впервые есть. А. Заходим, нет? А, ясно. Нет, смотри, ничего не ясно. Давай, идем! А, надо было просто ноги сломать себе, хорошо. Кстати, эту миссию даже очень хорошо помню. Когда я проходил, очень даже хорошо помню. Это, кстати, хорошо обошел их. Так, пацан просто путь открыл. Идем дальше. Вау! Так, это, конечно, хорошо обходить все. Это уже как-то странно получилось, конечно. Банда немцев, блин! А что это вообще за делать? Они что, обошли нас, что ли? И... Ой, да, плохая идея, конечно. Нет, да ладно, да что ж. Меня просто как решето сделали из меня, все. Не-не, там, конечно, идти это просто бесполезно, ты обходите. Вот, разумный человек. Решил обойти вместе со мной. Турист! Вот и вся их банда, конечно, да, не держались там прям. Да нет, да ты дебил! Как ты там вообще выжил? Я ж тебе дал! Я ж тебе дал, блин! Ладно. Показываю, ребят, смотрите, я здесь стоять по мне. Они по мне стреляют. Все, ребята, уходим. У меня все уже схвачено. Блин. Хотя бы тут умирать нельзя. Так, отлично. Беги, беги, вот их я так же бежал бы от гранаты. Так, обходим их. Вот теперь никто не выжил. Надеюсь. Кто вообще этого пацана озвучивал, блин? Чух, тупый снайпер. Перезарядка, перезарядка. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Пацаны, привет. Ой, 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 ой. Да этот сам, круче, танк, защищаю все. Ой, нет, здесь уже танк, здесь уже танк. Оп. Давай, танк, вперед. Ребят, двигаемся. За танком. Так, надо обезвредить пулемет. Танк проехать не может почему-то, хоть это и танк, и пулемет ему вообще ни по чем, но ладно. Простим ему это.
Нет, да патроны! Просто вот не доставай, пожалуйста. Не доставай. Нахрен гранату! Нахрен, нахрен, нахрен. Фух. Враг, он... Привет. Привет. Пришел такой сосед соль попросить ему. Па! Блин! Так, стрелять нечего, значит, сеть до их не оружие. Ну, сойдет. Как раз из этого оружия я очень редко стреляю, так что просто мне подойдет. На бачи съела. Вау! Вау! Ладно, чуваки, ну, нормально прошли все-таки, смотрите. Начнушь, что? А, просто чистить, хорошо. Зато, кстати, к этому оружию очень много патрон. Ба! Думаю, все-таки эта миссия очень долго должна быть, но я ее по-быстренько прошел. Гранату отбросим ее. Он ж тупой совсем. Зачем ты это сделал? Блин. Давай, 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 давай. Так, кого еще? Нет? Так, вообще, что я здесь делаю? Я вообще должен там быть. Там надо остальных зачистить. Ух ты, блин, там, кстати, оборона такая неплохая. Очень неплохая оборона, кстати. Отлично, все. Ну, теперь нам точно пипец. Я их просто зачистил. Ты что? О, кстати, хорошая. О, чуваки, привет. Контратаки. Вот это будет сейчас, скорее всего, интересно. Окей. Паркурщик. Блин! Сломал себе кости. Да, походу, ребят, мы закончили эту кампанию. Ну окей, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.